Мама, что купила? Зеленый лук. А это такой зеленый лучок. Салат зеленый. Вот такой зеленый салат. Вот так вот он выглядит. Карамельки. Зеленый салатик. Вот такие, ребята, карамельки. Стоит за килограмм 119 рублей. Стоит тут по 37 рублей дешевые. Так, вот такие праники. Сливки вот такие, 10%. Майонезик. Пачка большая. Огурчик. Вот такой сыр Гауда. О, вот такой. Киви. Киви. Так. А почем за килограмм? Килограмм 139 рублей киви стоит. Здесь на 26,86. Это так. Вот виноград на салатик. Вот это виноград на салатик. Он стоит за килограмм 149 рублей. Здесь на 33 рубля. Хлебушек черненький. Ой. Батончик такого хлеба. Так, это вот крупа кукурузная, это птичка была. Кукурузная была, да. Крупа вот такая птичкам пойдет. Как раз птички будет кушать. Так, это шейка свиная. Там что-то на 480. Вот такая свиная шейка вытянула на 480 рублей. Да. Вот кусочек. Молочко на упаковке. Молоко вот такое. Два яблочка. Зеленые. Так, а почем это они? На нового урожая написано. Так я и не... За килограмм, ребята... Да, 80 рублей. Я так и не могла... Там были красные, но они уже такие гниловатые. И так и не могла узнать вообще, откуда они привезены. Новый урожай, откуда непонятно. Неизвестно, откуда привезены. Взяла два яблочка на пробу. Так, лимончик один. Лимончик. А почем лимончики? Вот интересно. Вот этот лимончик вытянул на 14 рублей 59 копеек. А общая цена 99 рублей за килограмм. Так. Сметанка. Да. Сметанка вот такая 20% жирности. Так, кальмарчики. Кальмарчики. Так. Цена кальмарчиков 279 рублей за килограмм. Так. Такие кальмарчики, убираем их в сторону. Ой. Ух ты! Горбушка. Горбуша. Тоже они такие все какие-то худосочные. Смотрите, какая горбушка. Да, ребята. Она небольшая. Какая? Они все худенькие такие. Горбуша, там. Во. Филе срезать там немного. Так, было. Цена горбуши? 199. 199 рублей за килограмм. Вот эта горбушка вытянула на 234 рубля. Ну и все. Ты вместе, ты что толкаешь? Так, сейчас я их распределю. Ну и все. Наши покупочки. А мы тут с мамкой готовим мяско. Кто любит мяско? Что мы готовим? Мяско? Свиную шейку. Шейка готовится у нас. Смотрите, ребята, какая вкуснятина. Вкуснятина. Это как он? Это на свиная шейка, порезала я ее на кусочки, маленько отбила ее. Сделаем, приготовим блюдо. А что из этого получится? Да. Смотрите на канале «Рецепты мудрой мамы» на YouTube. Да. Обязательно, ребята, на YouTube. Как настроение? Запах стоит обалденный. Нормальный запашочек стоит. Обычное настроение. Красотень, настроение поздней осени. Хотя до 15 августа еще будет осень, по-старому, этот 15 декабря, господи. Я хочу лето. Лето? Да.
15 декабря будет у нас зима начнется. Ну, в общем, кусочки я, наверное, вот эти вот буду выкладывать. Давай вот это вот выложим, наверное, кусочек. Давай, давай, мамка, выложим, выложим, выложим. Давай, давай, давай. Сынуля так. Кушать хочет. О, подожди. Сынуля еще. Хочет кушать, мама. Кушать, мама. Мама, сына не вегетарианец, сына любит мяско. Мяско. Сына любит. Сынка любит мяско. Сейчас мы перевернем эти два кусочка еще. Один, оба обрызгается. Так. И еще один у нас кусочек пошел. О. Ждем вкусняшку. Так. Ребята, ждем. Вау, ребята, посмотрите на это произведение искусства. Это не просто произведение искусства. Это высший пилотаж. Он с дымком. А как мы его готовили, обязательно покажем на канале «Рецепты мудрой мамы» на YouTube. Сейчас мы попробуем, отведаем кусочек. А, не беру ни ножичек, а возьмем вилочкой. Чисто вилочкой. Мы сейчас попробуем, ребята, чисто вилочкой. Так, 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 так. Ребята, мясо нежное, сочное, мягонькое, прям тает во рту. Отлично. Обалдеть, ребята. Всем приятного аппетита. Кто кушает, завтракает, обедает. Не устану это говорить никогда. Всем вкусняшек-вкусняшек. А мы кушаем дальше. Ребята, всем доброе утро, отличного настроения, прекрасного настроя. Сегодня у нас 28 ноября 2021 года. Я тут собрал с этим птичкам ассорти. Короче, сверху пшенка. Потом идет этот, как его? Ну, в общем, несколько видов крупы здесь. Несколько видов крупы, но они больше любят пшенку. Пшенка разлетается быстро. Вчера мы с вами делали кормушку. Сейчас посмотрим температуру. Так, 13, да? 13, 14. В общем, ребята, 13-14 градусов и ассорти. Красотень. Стоит только насыпать и пусть кушают. Во! Во, ребятки. Они быстро это все до крошки сетывают. Ребята. Целая чашка. Целая вкусная чашка. У нас идет дочь. Доча вылазь. Вылазь, вылазь, вылазь. Здесь и бульончики, и все. Тута, доча. Ты тута. Давай кушать уже. На пальце льется. Кушай давай, доча. Кушай. Давай кушай. Кушай, кушай, доча, никого не слушай. Идем кормить нашу любимую мелкую мурахину. Ребята, мурахины чуть поменьше, потому что она сразу не съедает. Здесь и куриный жирный бульончик, и хлебушек. Мурахина уже ждет. Мини-доча-инвалид. Ой, мелкая-мелкая. Наверное, думаю, самая маленькая дворняжка, которая живет зимы. Ты мелкая, Мурашкина. 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 Какая же ты доходная. А? У меня рука больше, чем это. Мурашкина. Иди кусай давай. Кушай, Мурашкина. Мусик он больше. Да, мусик. А мусик он котяра большой, большой, большой. Ешь давай. Охраняй, ешь. Охраняй от мусика, ешь. Ешь, охраняй от мусика. Кушай. Мусик. Да нету, нету, сейчас я кормить вас буду. Сейчас пойду кормить. Сразу мусик прибежал. Что за дела, где вкуснятина? Ребята, в общем, день начинается, день продолжается. Идем заниматься своими любимыми домашними делами. Ребята, это нашим любимым несравненным кошкам. Здесь суп, куриный бульон, хлебушек,
мяско он попадается еще. В общем, киска мы тоже навели. Кошки сейчас наши будут кушать утренний завтрак. Василич, а что ты кушаешь? Я кушаю вот такие вот котлетки сделал. В общем, кукурузные котлеточки, помидорчики, хлебушек, ну и маленько сальца. Хлебушек и сальцо. Ага. В общем, завтрак, ребята, всем приятного аппетита. Кто кушает, вот такие вот. Обедает и завтракает. Вкусняшек всем! Ага. Ребята, достал я из нашей бочки вот облепиху. Замороженная облепиха. Вот так вот она выглядит у нас в пакете. Во. Сейчас я ее унесу домой. Пусть она оттаивает. А потом я сниму отдельный видеоролик, как я готовлю зимнюю облепиху. Ну, в общем, пускай она у нас размораживается. Я свару варенье с нее. Вот такие, ребята, пельмени. Короче, они по 171 рублю за килограмм. Налил я масло на сковородку. Высыпаем пельмешки. Это будет у нас вечерний завтрак. Ой, вечерний ужин, точнее. Так, раскладываем это все. Подсолим это все дело. Включаем на сильный огонь. Наливаем водички. Хорош, думаю, достаточно. И закрываем это все дело крышечкой. Все, ребята, и забываем минут на 10 вообще. А пока наши пельмешки жарятся, я взял самодельные горчицы, которые мы делали, добавил майонезику и делаем горчиштинезик. Есть кетчунезики с кетчупом, это чисто с очень-очень крепкой горчицей. Там можно еще, в принципе, добавить маленечко. О, думаю, достаточно. Горчичный нозик. Все, ждем. Ребята, вот такие у нас пельмешки получились. Сейчас мы это перемешаем. Все. С нашим горчичным нозиком. И будем кушать. Всем приятного вечернего аппетита.